Здравствуйте! Сегодня мы выполняем сборку изделий из подручных средств. Для этого нам необходимо декоративные элементы, 8 деревянных палочек, также по желанию можно использовать палочки для суш и палочки из-под мороженого и клеевой пистолет. Первое, что мы делаем, склеиваем базу. Первые 4 палочки. Наносим клей. Рамочка у нас получается. По желанию ее можно покрасить краской или гуашью. Если же у вас ее нет, можно просто наклеить декоративные элементы. Подручных средств, лодку, танк, машинку, подводную лодку.